дана окружность, точка А внутри нее и точка Б вне нее. Через точку А проводятся всевозможные хорды CD, и надо доказать, что центры описанных окружностей треугольников CDB лежат на одной прямой. Которая определяется точками А, Б и окружностью. Что мы сделаем? Пройдем BA. Пройдем центр описанной окружности О. Пройдем окружность BO как на диаметре. Чего? Вот, взяли центр описанной окружности. Треугольник BCD. BCD. Построим на диаметре BO окружность. Построили. Понятно, что она пересечет стороны в серединах. Как по свойству центра описанной окружности. Ну, потому что перпендикулярно. Да. Да. Перпендикулярно. Пойдем вот так. Вот с N, допустим, провели мы. И проведем теперь, возьмем B. Вот это вот туда. И это будет середина BA. По свойству отношений. Понятно ли вам, что отрезок МН это средняя линия? Да, средняя. Рассказываю, что нужно сделать. Понятно, почему у вас так получилось. Что вы нарисовали чертеж там, где вам уже неудобно рисовать. Мы делаем очень просто. Мы сейчас аккуратно стираем. Дальше вы постараетесь. МН середина сторон СБ и ДБ соответственно. Да. Провели АБ. Провели АБ. К середина АБ. Потому что это параллель этому, и это среда. Отметим точку Q такую, что ну, АБ пересечение с окружностью. Пересечение, да. Так как у нас СА больше на АД постоянная, какие бы ни проводили С и Д, да. То и МК на КН будет тоже постоянная. Ну, то и есть, в 4 раза меньше. Да, раз меньше. И КБ у вас тоже постоянно, так как АБ постоянная. Значит, половина АБ тоже постоянная. К это середина отрезка АБ. Да. АБ у нас тоже постоянная, значит, КБ тоже постоянная. Да. А отсюда все, что КБ постоянная. Потому что это может на это может на вот это. Длина отрезка КК некая фиксированная величина, да. Ну, отсюда здесь, что Q постоянная точка, каким мы поделим CD. Значит, пройдем диаметр BO, и здесь будет 90 градусов, потому что это диаметр. Где 90 градусов? Угол КУО будет 90 градусов. Ну да. Ну, он постоянный. Да. Значит, все О лежат на перпендикулярной купе. Ну, а перпендикулярная купа постоянная.